Актуальность соблюдения правил дорожного движения подтверждает сама жизнь. Однако многих нарушителей не пугают ни увеличенные штрафы за нарушение правил дорожного движения, ни камеры видеофиксации, ни рейды госавтоинспекторов. В таком случае, возможно, на них повлияет не профилактическая пропаганда, а духовная проповедь. Ведь правила дорожного движения, как и законы Божьи, высшей ценностью ставят человеческую жизнь. Представители духовенства обратились к жителям республики в рамках акции «Месяц безопасности дорожного движения». Уважаемые мусульмане и жители республики, призываю вас соблюдать правила дорожного движения, так как этому призывает нас Аллах Субхану Тааля в Коране, говоря: «Не убивайте самих себя, поистине Аллах к вам милосерд». Соблюдение правил дорожного движения придуманы для безопасности общества. Пророк Сасан говорит: настоящий мусульманин тот, от чего языка и рук не страдают другие люди. Побеспокойтесь о том, чтобы от ваших рук не страдали другие люди. Безопасность дорожного движения – проявление ислама. Хотелось бы обратиться ко всем и верующим, и неверующим. Быть бдительными и быть ответственными. Помнить, что наша вера, она не только на словах проверяется или в глубине души. Но каждый маленький поступок, пристегнутый ремень или же правильно переходящее через дорогу движение, нужно всегда обязательно смотреть, кто рядом находится, быть бдительными и ответственными.